Встреча с героями. Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Константин Бахарев сегодня принимал в парламенте героев России и Советского Союза Анатолия Зайцева и Александра Салуянова. Они приехали, чтобы обменяться опытом в вопросах патриотического воспитания молодежи. Гости рассказали об успешно реализованных в Санкт-Петербурге проектах в этом направлении, а также о мероприятиях, проводимых в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне фондом имени маршала Говорова. В мае-июне в Крыму запланировано проведение всероссийской акции «Вахта героев Отечества». Порядка 50 героев России и Советского Союза, ветеранов боевых действий посетят республику и встретятся с общественностью. Гости предложили реализовать на полуострове проекты «Парк истории» и «Лица Победы», в которых будут отражены герои и события Великой Отечественной войны, а также Крымской весны. По словам первого вице-спикера Крымского парламента Константина Бахарева, патриотическое воспитание молодежи – одно из главных направлений в работе крымской власти. Вот за те 23 года пребывания Крыма в составе Украины, вот та работа, где-то я бы даже назвал ее подрывной работой, да, подрывной против устоев, на которых, собственно, зиждятся военно-патриотические традиции, в то время советские, сейчас российские, она привела к тому, что у молодежи ветер в голове. Решили, что Крым будет одним из первых субъектов Российской Федерации, где будет принят закон, специальный закон о патриотическом воспитании.